Пожар в Ордале 3 года назад. 5 сгорели заживо. Это он? Норвежский американец. Приехал в Норвегию найти родственников. Он все это время бродил по лесам? Эрик, меня зовут Кристина Ос, и я психолог. Эй, урод! Не заблудился? Многие хотят понять, что вчера произошло между тобой и тем пареньком. Дотронешься до меня, я сожгу тебя. Эрик, эти люди из посольства. Они вернут тебя в Америку. Там были обнаружены тела 3 погибших. Кристина! Садись в машину. Его нельзя пускать в город. Вы со мной согласны? Видите, что он здесь? Я видела это своими глазами. Чудо, что вы живы. Меня затягивает в эти видения, будто в другие миры. Я просто гуляю, что-то трогаю, ощупываю. Я чувствую ветер, чувствую жар. Я не утверждаю, что он плохой человек. Мне вообще все равно, какой он. Но мы должны взять его под контроль. Выходи как можно быстрее. Думаю, произошло что-то такое, чего пока никто не может понять. Бог грома. Соник. Маленький синий сгусток суперэнергии. В запредельно красивой упаковке. И чтобы спасти свою планету, мне пришлось отправиться на вашу. Где я? Какой сейчас год? Дуэйн Скала Джонсон президент? 20 минут назад выброс энергии обесточил северо-восточное побережье Тихого океана. Кто здесь? Зачем ты влез в мой гараж? За мной охотится целая армия! Доброе утро, мой деревенский друг! Я дам тебе 5 секунд, чтобы ты все рассказал. Стой! Не трогай его! Улет! Погоняем! Это мне снится. О боже, тормози прямо сейчас, самый большой клубок из резинок. Я должен с ним поиграть. Нет, это тебе не развлекательная поездка. Ты был прав, скукотища. Ну, кроме сувенирной лавки. Затаимся здесь на время. Ну, чем сейчас займемся? Вау! Смотри, как работает мастер. Может, пойдем отсюда? Да, пока целый. Думали, вы сможете сбежать от меня? О, какой миленький! Твоя тачка застрахована? Вы вот-вот умрете. И это все, что ты можешь? Нет, но спасибо, что спросил. Сейчас будет... Как же ты уцелел? Даже понятия не имею. Зачем выбрасывать жизнь на помойку ради безбашенного пришельца? Он мой друг. Хорошо, сидим. В этом моя сила. Здесь, между прочим, нет поворота налево. И я использую ее, чтобы защищать своих друзей. Спорим, ты этого не ожидал? Да-да-да-да-да-да. Дай знать, если захочешь продуть мне еще один раунд. А ты? Тот самый лучший друг Тома, о котором он вечно твердит? И что он в тебе нашел? Фу, не надо, ну хватит, не хочу! Так, так, все, хорош. Все разборки на воздухе. Должен констатировать, форму ты не утратил. Точен в каждом движении. Я думал, что ты загнулся. Я и сам так думал, Френчи. Найдем минутку, расскажем. 2 дня, 3 клиента. Не успеем начать, уже все сделано. Ты серьезно? Да. Правда? Да. Че это за позорище? Это называется машина. Нет, это инвалидная коляска под навесом, Френчи. Чистая, тихая. И дерьмом внутри не воняет. Что радует? Куда первый маршрут? В Лас-Вегас. Такое устроит?
Прошу за мной. Знает ли английский торгаш, с кем он говорит? Ну что нам бродить вокруг да около? У тебя все готово, так давай. Сумку отдай мистеру Френчу. В чем проблема? В том, что больно просто, Френчи, понятно? О, господи, шо! Я покончил с насилием, братишка. Завязал. Завязал? Что ты имеешь в виду? Больше не хочу причинять боль ближнему. Дальний звонок! Подохни, тварь! Давай за ним! Давай-давай, слева! Мочи его! Да! И впал. Коллекторы 2. Никакого насилия. Клёво работает твой метод. Я впечатлен. Такой успех. Дорогие боги, превратите меня в ворона, чтобы я улетела далеко-далеко. Сын Локи Фенрир сбежал. Если волка найдут великаны, нашему миру придет конец. Нужно поймать волка и посадить на цепь. Воины должны быть в полной боевой готовности. Ты можешь нам пригодиться. Мне придется уйти. Я буду скучать. Служить богам — это мечта каждого. Зачем ты здесь? Подумала, вам не помешает помощь. Для них мы всего лишь рабы. Хочу домой. Мы здесь не просто так. Вальгалла слаба, как никогда. Близится решающая битва богов и великанов. Смертная девочка, расскажи мне, кто ты и что ты здесь делаешь. Опасность! Она избранная. Нам грозит Рагнарёк. Я не допущу, чтобы нашу судьбу решала девчонка из Мидгарда. Она ее уже решает. Сделай что-нибудь, или ты не бог. Ты готова принять свою участь? Вальгалла объединится. Вальгалла. Рагнарёк. В кино с 16 января. Теперь ты мужчина. Ступай в мир и покажи им всем. Теперь у меня есть верный слуга. И имя его Нед Келли. Застрели его. Сделай себе имя. Ты что творишь? Он учил тебя. Убивать людей? Ничто в этом мире не дается бесплатно, сынок. Стань тем, кем тебе суждено. Ты не тот, кем притворяешься. Ты мальчишка, ищущий командира, чтобы тот сказал ему, что делать. Ты один из сынов Сива. Мы мятежники. Воины. И вы носите платье? Ничто не пугает так, как безумие. Ну что, соберем свою армию? Огонь! Пули непробиваемые! Ты умрешь за свою маму? Нет, только не сейчас. Передавай мамочке привет. Шел ты. Нельзя изменить прошлое. Никому не уйти от своей судьбы. Теперь ты мужчина. Мой маленький мужчина. Я известен как самый хладнокровный преступник в истории. Но те, кто знают правду, назвали бы меня героем. Подлинная история банды Келли. Вновь кровь, гром, рев, вор мертв, гром. В кинотеатрах с 27 февраля. Аттракцион «Комнаты страха» воплощает кошмары самых жутких хорроров. Бу!
Херепово. Зачет как настоящий. Я вообще хоррора не смотрю. В лапке к монстрам. Это конец. А я клоунов реально боюсь. Уже должно быть страшно. И что тут, в каждой комнате будут новые пугалки? Закрой глаза. Если ты встретишь монстра и не сможешь назвать его имя, тебя будет ждать наказание. Ага, смертельное. Помогите мне, это Ида! Но мы же узнали клоуна. Это не похоже на аттракцион. Это не люди в масках клоунов, они не из этого мира. Они охотятся за каждым из нас. Но кто они? Почему за нами? Кто первым предложил приехать сюда? Нам надо нарушить их сценарий. Мы должны заставить их охотиться друг на друга. Чтобы монстры не услышали. Это ты хотел узнать, кто мы? Они. В кино с 17 октября. Представьте себе воевать, будучи гражданским. Представьте себе совсем не уметь стрелять, бросать вызов нацистам, чтобы спасать жизни. Я услышал удивительную историю. Которая полностью оправдывает ваши жертвы. 123 ребенка. Их родители недавно убили нацисты. Нужно научить их выживать. Что хорошего учить их бояться? Важно показать детям, что значит смеяться в центре этой войны. От писателя и режиссера Джонатана Якубович. В Лионе есть группа, которая готовится к боевым действиям. Нам нужно оружие, нужно научиться стрелять. Ты правда считаешь, что я могу помочь с оружием? Нет, конечно. Твои паспорта впечатляют. Посмотри на это. Марсель Марсо. Отличное имя. Приветствую в сопротивлении. Узрите нерассказанную правдивую историю. Зачем мы ведем войну, в которой нельзя победить? Мы не убьем всех нацистов. Но убьем часть. А можно спасти чьи-то жизни. Мы хотим вывести их из Франции. Попробовать перейти через границу. Скажи мне, где они? Я не знаю. Нет, знаешь! В каждом поколении они идут против нас. Иногда человек с властью. Иногда армия. Пытаются уничтожить еврейский народ. Но здесь мы все вместе. Вы не одиноки. Лучший способ противостоять им — это не убийство. А выживание. Сопротивление. Переведено и озвучено VGM Studio в 2020 году.